Итак, это Fashion TV. Мы находимся в клубе «Империя», и с нами рядом стоит, ну, конечно, сложно распознать, но это Надя Сказка. Надь, расскажи, пожалуйста, про вот эти замечательные маски, показ которых сегодня состоится. Что это, кто это и вообще отлично, просто ювелирная работа. Да ладно, трудно меня распознать. Красоту ее видно всегда под любой маской. А у меня в руках произведения искусства, музейные экспонаты, которые не имеют аналогов, никогда еще не были представлены, шутка, и не, да, действительно, единичные экземпляры. Это практически женщина делает, полубогиня Ольга Росс. Смотрите. Действительно, качественная работа, вот прям как Fashion TV качественно работает, так вот и эти маски тоже очень качественно сделаны. Просто божественный продукт. Ну, я говорю, тут все слова не будут лишние. Так, мы сейчас подснимем божественную Надю с ног до головы. Угу. Ну и сейчас Надя посоветует что-нибудь зрителям канала Fashion TV. Зрителям канала Fashion TV я советую повнимательнее смотреть показ, повнимательнее посмотреть, как выглядят эти маски. Может быть, это их на что-то вдохновит, может быть, у них появится новый ресурс, может быть, их культурный уровень, да, на новую ступень. Короче, внимательно смотрите, да. И еще есть сайт такой прекрасный www.larossa.ru, где вы можете еще раз это лицезреть. А приобрести? Приобрести нет, это музейный экспонат, это невозможно. Это, да, это... Эксклюзив. Это, да, ну какой-нибудь лондонский National музей будет выставлять, Пушкинский музей в дальнейшем это будет выставлять эти произведения. Не, приобрести это... Сложно. Это невозможно. Нет, не сложно, невозможно. Смотрите Fashion TV. И Надя Сказка любит Fashion TV. И Надя Сказка любит вообще все, и в том числе Fashion TV. Так, это Fashion TV, и мы сейчас находимся в клубе «Империя» на бэкстейдже. И сейчас мы подглядим за работой Светланы Айплатовой, которая замечательный стилист. И вот сейчас она делает что-то такое феерическое. Какой стайл сейчас в моде в принципе? Ну или в стиле, окей. Ну, наверное, все-таки, если вы обращали внимание, в последнее время очень сильно в моде, в повседневной используется фэшн. Те луки, которые используются на подиуме, они очень часто у нас в жизни. Чем больше индивидуальности, тем интереснее образ получается в итоге. Hey! Уважаемые дорогие гости, для вас сегодня специальный показ коллекции авторских масок ручной работы.